Здесь обеспечивается энергетическая безопасность страны. Ведущий электротехнический холдинг России ЭРСА собрал новое конструкторское бюро мирового уровня. Лучшие специалисты справляются даже с самыми сложными задачами. Новой командой мы разработали автотрансформатор 125 МВА, который на 28% легче по своим массогабаритным техническим характеристикам. И, соответственно, дешевле на 28%. Мы существенно обновили наш технический уровень, вообще, в принципе, обновили команду. То есть и с этой командой мы можем проектировать и разрабатывать трансформаторы. Как этот. Он будет работать на подстанции в Адыгее. Надежный и мощный трансформатор отгрузят в регион в ближайшие дни. На заводе создают конструктивы трансформаторов и реакторов, которые поставляют во все уголки России и мира. На московской площадке холдинга ЭРСА «Электрозавод» прошли отгрузки и для крупнейших корпораций страны. Сейчас здесь разрабатывают большой объем реакторов для Курской атомной станции, а также подстанции Ангарская и Нарва. Подобного рода оборудование на сегодняшний день способны выпускать единицы в России. Естественно, обладая этой компетенцией, мы как минимум даже через эту компетенцию условно поддерживаем энергобезопасность в нашей замечательной стране. Сейчас для предприятия важно выйти на внутренний рынок, получать и реализовывать заказы. Завод готов работать в рамках импортозамещения и обеспечить стабильную работу энергетического комплекса. Елена Сахнова, Вадим Тищенко, ТВ-центр.